Привет! В этом видео посмотрим на бальзам для губ от веганского бренда Silvan Skincare. Компания не тестирует продукцию на животных и выпускает хендмейд средства в экологичной упаковке. Анисовый бальзам для губ объемом 15 мл в алюминиевом контейнере с винтовой крышечкой. Был без защитного стикера или дополнительной упаковки. Средства желтоватого оттенка, плотно спрессованные, однородные, легкой текстуры. Изготовлен из растительных ингредиентов, не содержит силиконов, минеральных масел, синтетических ароматизаторов или красителей. Включает органические масла, абрикосовая, жожоба, ши, сафлоровая, касторовая и подсолнечная, канделийский воск, масла апельсина и звездчатого аниса, витамин Е и компоненты натуральных эфирных масел. У продукта довольно нейтральный вкус и чуть сладковатый, анисово-цитрусовый, нестойкий аромат. При соприкосновении с теплом пальцев рук средство мгновенно подтаивало и распределялось легко тончайшим слоем, обволакивая губы и слегка ощущаясь, но не закупоривающей пленкой, а дополнительным защитным маслянистым покрытием. Богатый питательными веществами, витаминами, антиоксидантами и омега-жирными кислотами, продукт быстро и надолго смягчал нежную кожу губ, делая ее напитанной и увлажненной, восстанавливая эластичность и оказывая успокаивающий эффект. Я также использовала бальзам на сухие участки кожи, локти, колени и кутикулу. Расход средства показался небольшим. Спасибо за внимание и пока-пока!